эфире интернет-обзор, программа о том, что происходит на сайтах RBN и в наших группах в социальных сетях. Каждая новость – это ваш выбор. Все самое интересное прямо сейчас. Меня зовут Евгения Лисина. Итак, начнем. Бедный человек – это не тот, кто не имеет денег, а тот, кто не имеет цели. Хорошая фраза. В нашей группе ВКонтакте мы проводим на эту тему опрос. А какую цель вы поставили себе в жизни? Ждем ваши ответы и, конечно же, комментарии. Ведь бесцельное существование приближает человека к простому растению. Кинофильмы на этой неделе на сайте ТБН России. То, чего не видят глаза, дорога надежды и только не без моей дочери. Героизм и стойкая вера – вот что помогает персонажам этих фильмов. Они учат нас на своих примерах. Эти фильмы вы можете посмотреть всей семьей. Самая сексуальная порноактриса в мире по версии мужского журнала «Максим» уверовала в Бога и забросила свою многообещающую карьеру. Актриса призналась, что все эти года в порнобизнесе были для нее адом, и теперь она нашла свой духовный дом. Все подробности на портале «Мир веры». О пользе сахара для организма человека я говорить не буду, а то диетологи всего мира возмутятся. Но о пользе сахара в хозяйстве говорить стоит. Оказывается, эти белые кристаллы весьма и весьма полезны во всех хозяйственных делах, и не только в горячем чае или кофе. Все подробности на портале Леди ТБН. Друзья, не забывайте, что мы есть на самом популярном сайте видеоконтента YouTube. Каждый день наш аккаунт обновляется новыми репортажами, новостными сюжетами и авторскими программами. Так что ждем вас, подписчиков, на нашем канале по адресу youtube.com/tbnrussia. Вот и все, о чем я успела вам рассказать. Помните, что главные новости сайтов выбираете именно вы, телезрители ТБН. Заходите к нам на сайт и вступайте в наши группы в социальных сетях и будьте в курсе событий со всего мира. До встречи!